Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем собирать недостающих героев. Сегодня решил я на острове на английском сервере дособирать. У меня накопилось немножко пыли с акцией. Причем пыль без доната копится. Ну и сегодня еще чуть-чуть заберем донатные пыльцы. В общем, забрал я сегодня шарики, решил посмотреть, что там интересного может выпасть. Поехали, посмотрим. Так, у нас есть кетчуп прайс. Давайте по очереди сразу зайдем, все по очереди позабираем. 10, ну у меня 20, 15 выпало, было бы 25, не получилось у нас словить 30. Заберем сундуки. Такс. Латентные желания, поехали. Бум, коллектед. Бум, коллектед. И все? И все? А я-то надеялся, сейчас мне тут альфа-самец вылетит. Ну, оно рандомно дает, типа. Самое печальное то, что нельзя выбрать плюшки. Так, забираем отсюда плюхи. Что у нас по плюшкам получилось? Ну, такое себе. 7 камней, сундучки. Зефир. Не особо, честно скажу. Интересные плюхи. Я все-таки ожидал более что-то интересное. Такс, забрали. Поменяли здесь плюшки. Забрали тут плюшки. Поехали еще посмотрим. О, у нас, кстати, открылся. Ну, мне, в принципе, тут ничего не надо. У меня этих осколков дофигища. На скин на землеройку. Мы прокачали ее полностью. Такс. Эту смысла даже забирать. Неинтересная тема. Так, что я хотел? Посмотреть, что там у меня по гифтам. А, два акции поехали. Мы ж не все акции позабирали. Так, хрусталка, островок. Мы сейчас сюда вернемся. Шопинг спри. Так, через час будет шопинг спри. Что у нас интересного? Камешки. Вот такое тоже. Ничего прям такого особенного. Ну, вдруг нам повезет. И выпадет альфа-самец. Сейчас хочу посмотреть плюхи награды. Ну, видите, ничего. Я забрал гемы, 166 гемов и 100 пыльцы. Ну, может быть, повезет. Кто его знает. Но я в это очень сомневаюсь. Сейчас пойдем собирать так, частично, по чуть-чуть. Нету смысла покупать за 500 даже баксов. Герой того реально не стоит. Я посмотрел у Андрюхи. Ну, не знаю, мне он особо не зашел, честно. Чтобы он там что-то изменил. Прям аж так. Проще за пыль собирать постепенно. Все, все плюхи отсюда забрали. Поехали. Билдпак. Что нового нет? Так, островок. О, 733 пыли. Ну, по сути, мы должны собрать где-то осколков 20. 5.30, я думаю, где-то так. Сейчас посмотрим, как будет падать. Всего лишь 3. Максималка это 5. Я собирал 3500 пыльцы ушло. То есть где-то 3500, это пятая часть. Это сколько до 40, возможно, мы соберем. Это опять же это относительно. Посмотрим, как он будет падать.
Вот дуэлянт неплохо, кстати, сыпет. Божество. На этом. Ну, уже 14 собрали. На сервере у Андрюхи я собирал, то там, конечно, божество, лис, мастер рун упали довольно-таки неплохо. Блин, что меня сюда тянет? Нам надо сюда. Ну, по сути, спешить некуда. Герой не особо, знаете, не особо востребованный. Агнация я уже хрен ложил. Один осколок упал, ничего себе. Вот уже у нас 20, да, где-то 40 осколков мы соберем. Ну, то есть, стабильная тема для всех серваков. 3500 пыли на сегодня, и у вас будет этот герой. Ну, где-то параллельно, я думаю, к тому времени будут его еще осколки продавать там за копейки. К следующей обнове он реально будет пак или два стоит. Сейчас очень многих героев дают на халяву. Поэтому спешить особо некуда. Влаживать деньги в проект, который умирает, тоже я особо смысла уже не вижу. Так, чисто, знаете, ради интереса где-то какие-то плюшки. Вот реально скинов не хватает. Смотрите, как божество падает. Раньше точно так же 4000 пыли уходило. Сейчас божество полным ходом сыпет. Расходники, в принципе, неплохие. На немке классный островок, но там прикол в том, что там падает дофига расходников. Ну, в основном там, кстати, падают осколки. По сравнению с нашими островами. Итого 39, даже 40 не набили. То, о чем я говорил. То есть никакого рандома здесь нет, никакой удачи тоже нет. Может, кому-то больше чуть-чуть повезет, он за меньше соберет. Но в среднем 3500 на сегодня. Это стоимость кольца. Так, сейчас пооткрываем места. Ничего себе, грубая сила прям. Прям жестко. Так, что там у нас сегодня еще битва гильдии, кстати, надо чекнуть. Что там по богам, может, попозже запущусь. Что по противникам? 1.4. 1.9. А, печаль. Печальные противники, походу. Печальные противники с дырками. Фениксу не дадут включиться, к сожалению. Это такое потом. Может, или видос буду запилить вам обзорчик на кого-то героя. Либо стримец запустим по БГ. Хотя, в принципе, БГ там нечего особо уже стримить. Но неинтересно. Так, поехали по 1500. Еще жахнем немножко. Вот тоже, блядь. Просто жесть. 15к считайте и толком нифига не упало. По одному герою, хотя шансы должны быть намного выше. Ну, не знаю, после позапрошлой, по-моему, обновы, они похерили все-таки шансы на выбивание. Хреново начали падать герои, чтоб там не говорили, но это очень заметно. О, у меня расходники, здесь надо будет пооткрывать сундучки. В общем, такие вот, ребятушки, дела, как видите, печаль. Печаль, печаль. Будем ждать, может, вдруг повезет нам. Мы бонусом словим.
следующем розыгрыше. Я не помню, какие здесь условия, но плюшки такие. 1400 задонил, получил дополнительно расходники, то есть первых три вы получаете эти бонусы. Стоит ли оно того, хрен его знает. Вот честно скажу, по-моему, на сегодня самая оптимальная это акция с сундуками. Открытие, там реально плюхи бомбические, донатные карты. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.